К другим темам. Ночной клуб «Джага-Джага» вновь попал в поле зрения полиции. На этот раз вместе с гостиницей «Ловеч», которая расположена рядом. Правоохранители установили, что между сотрудниками приват-клуба и отеля была договоренность. Танцовщицы предлагали клиентам ночь любви, которую нужно было провести именно в «Ловече». В этом номере как вы оказались танцевать? Ну, я пригласили выпить спасибо. За деньги? Ну, за деньги? Да. Надо нам указание тех, кто работает по лужам, но причем, что когда они проходят, если они в России не растут, просто если видишь, они живы, то их не останавливают.